ангел, с штанами, тут человек будет стоять, а я буду здесь стоять, и будет топово. Сейчас реакцию их будем слушать, пацаны. И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Мухаммед. В сегодняшнем ролике я вам покажу обзор на аккаунт с донатом больше 50 тысяч рублей. Давайте сейчас потише сделаю. А также, пацаны, давайте подпишемся на канал, поставим лайк, включим колокольчик. И давайте мне добьем 10 тысяч подписчиков. 10 тысяч подписчиков. И, конечно же, буду рад, если добьете. Ну что ж, давайте начинаем наш обзор. Начинаем со склада, да, склад. Тут много, очень много вещей с инкубаторов, да. Тут практически все есть. Там топовые, все оружие, ну... Все есть, да, практически можно сказать. Тут очень много вещей. Ну, тут очень-очень-очень много вещей. Вроде вот это надел, да, вот это тоже надену. Короче, тут очень много вещей хороших. Да, вот так, давайте нажму, вот так будет нажимать. Думаю, все знают, какие вещи, да, фрифайерщики. Думаю, топовые фрифайерщики знают, что какие вещи эти. Так, давайте зайдем теперь. Давайте быстренько сделаем обзор. Так как склад, думаю, вам не интересен. Оружие. Оружейный, понимаете, в оружии там топую, просто топую. Там все инкубаторы оружия там есть. Практически, да, можно сказать. Там молдовский, очень много топух оружия есть еще. Есть еще, да-да, калаш максимальный, 7 уровень. Скар максимальный, 7 уровень. И есть еще, как называется? Еще есть... как назвать вот это? А, М40. М40 третий уровень у него. Он хочет еще максимальный сделать его тоже. Но через где-то неделю, две... Ну, через две, три... Может, одну или через две недели он сделает максимальный М40. И я тут думаю, пацаны, как вам идея, я буду делать... ну, надевать ботский персонаж. А, да-да-да, пацаны, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И сегодня я буду троллить... ну, людей... которые будут, ну, короче, я надену Адама и буду эмоции делать, там, Алок Перч, скажу, ну, в чате буду писать Алок, да, и эмоцию буду показывать. Давайте посмотрим на их реакцию, как они будут реагировать. Вообще будет, да, жестко, да? Давайте вот так все буду нажимать. Думаю, все знают, что какие вещи, да, инкубаторы очень много есть тут. Инкубаторские там события, алмазный джекпот, все есть, он все практически все забирает. Все забирает. Ну, понимаете, да? Тут еще, ну, водолазка нету, ну и главное, потому что аккаунт не алдовский, ну почти как. С какого пропуска это аккаунт создан, не помню. Вот очень много событий. Там инкубатор, все, джекпот, очень много всего. Оружие есть, а также давайте подпишемся на канал, поставим лайк, кто не подписан. Так, на женский персонаж тоже там из, ну, также будет там топовое оружие. Ой, как еще оружие, там топовые вещи тоже будет на женский персонаж там. Там, ну, понимаете, он все время забирает, что там, крутое событие. Так, так, дракон какой-то. Так, давайте буду вот так, вот так. Ну, обзор вещей, это слишком долго будет, там 10 минут будет длиться, если буду по отдельно вот так нажимать, говорить, это очень долго, да? Так, вот сейчас вот так быстро-быстро закончим, вот так нажму, да, все знают, что какие вещи, да, фрифайщики, знаете, да? Сейчас оружие не покажу, вообще будете в шоке, там буду говорить, пацаны. Сейчас вот так нажму так. Так, пока что, пацаны, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Давайте это просто перемотаю, вот так, ну, помотаю, вот так, нажму на топовое оружие. Какое оружие, ему обуви, да. Все, да. Тут есть вот такие вот, давайте на Дену, и все. Так, расходники, пацаны, вот так, 8 есть яичек, как на камень эволюции, да. Инкубаторы, чертежи есть, есть купончики, там, смены имени... Два штуки есть. Карты. Плюс 100% опыта. 344 дня. Что? Ладно. Давайте теперь возьму персонаж женский. Женский возьму, пацан, женский. Да-да. Женский. Вот. Так, давайте вот так. Склад зайду.
И тут тоже топы вообще. Вот так, давайте буду просто мотать вот так вот. Тут очень много вещей топовых. Фуфайчики, думаю, знаете, что какие вещи, да? И могли бы топы с этой делать, да? Надеюсь, так. Так, вот так, вот так, помотаю. Помотаю. Топ вещи вообще. Очень крутые вещи тут есть. Так, вот так, три лица есть. Давайте наденем какой-нибудь. Вот так, что ли, сделаю. Так, ух, теперь тут одежда начинается. Тут тоже инкубаторы есть. Инкубаторы, там события, много всего есть тут. Футболки там, джекпоты, алмазные там. Короче, думаю, все, разбирайтесь, да, во всем. Так, штаны. Давайте вот так буду тоже листать. Ну, женский персонаж вообще-то неинтересный, но... Думаю, все хотят тоже играть женского. Ой, что я надел? Так. Так, давайте обувь тоже какую-нибудь... Ну, оденем, что это такое? Я первый раз вижу вот эти золотые обуви. Так. Ну, тут вообще... Тоже топово, да. Тут все есть, так. Ну что ж, о, вот эти тоже есть, пацаны, вообще. Вот этот панда вообще топ. Ну что, пацаны, начинаем. Топовый. Давайте с коллекции начнем, потом оружие, хорошо? Так, коллекция, вот она, коллекция, пацаны. Два топовых эмоции, да. Два топовых эмоции. Вот это тоже. И скоро будет МП-40, да. Скоро будет, очень скоро, не знаю, скоро будет, как он сказал, так. Через где-то неделю, две недели будет. Так, трон есть, эмоции, не знаю, сколько штук у него вообще. Ну, можно сказать, практически все. Не все, может. Так, смотрим вот так, давайте будем нажимать. Или вот так помотаю чуть-чуть, очень много эмоций. Вот это тоже хороший. И вот это тоже есть. О, буях просто. И вот это тоже есть. Ван Пачмен, Роналдо, все, да. Транспорты, давайте, транспорт. Который 7000 алмазов тратить нужно было, а я потратил, ё-моё, тогда я вообще не знал, как... Ох, а потом вернули его. Так, смотрим, так, вот этот тук-тук, так, топовый вообще, чёрт, 4 машины, а где золотой, золотой еще не взял, что ли? Он уже взял вот это, ё-моё, байк, и это что такое? А, с пропуска, да, вроде как. 4 байка, просто вот это вообще первый раз вижу, как он выглядит. Ох. Так, жестко. Так, 4, не знаю, джипа, что ли. Так, смотрим. Тут сумки тоже все топовые есть. Очень топовые. Тоже есть. Ё, как-то ты болтать-то уже стал. Так, все очень есть. Очень много есть, короче. Вот так скажу, честно говоря. Все топ. Так. Ну, тут фон там вообще интересно, да? Теперь, пацаны, начинаем с питомцев. Все хотели, ждали, да? Ждали все, что там, оружие, да? Все. Вот, пацаны, заходим. Оружие, джекпот, сейчас вы будете в шоке, пацаны. Захожу, нажимаю арсенал. Арсенал зашел, и тут просто М-ка стоит. М-ка, пацан, М-ка стоит. Самые алдовские вещи, золотой, вот это. Ну и вот эти тоже эмки есть какие-то, не знаю, какие-то эмки есть, да. И захожу АК-47. Самый топовый АК-47, пацаны. Ну что, как вам? Да я вам не спамьте. Так, и инкубатор, самый топовый инкубатор. Самый топовый тоже всем нравившийся, короче. Калаш, АК-дракон. Так, и тут есть огненный. И вот эти тоже есть какие-то калаши. Не знаю, как они называются. М14 тоже неинтересное оружие, но очень топовое. Вообще наносит очень много урона. Наносит. Так, Скар-Титан, да. И есть топовый Мегалодон. 7 уровень, да. И еще есть титаны, да, скары, которые из инкубатора, самый тоже хороший фрутический. Купидон тоже самое известное оружие, вот это тоже самое известное оружие, и тут тоже очень много скаров. Смотрим, гроза, скоростность 2, гроза есть еще, СКС, что-то у меня телефон лагает,
Так, я остановился на СКС, да, у меня чуть-чуть телефон залагал что-то. Так, вот, все, СКС тоже есть, топовые все. Все очень, все навсегда, там 7 штук, что ли. Так, о, тоже есть. Так, розовый, розящий розовый, что? Фамас анимет, так, тут тоже фамасы есть. Оружение джекпота, да, СВД навсегда. И вот это тоже СВД навсегда, точно из А1, да. Инкубатор, инкубатор XM8, тоже самый топовый инкубатор был. И он тоже забрал топовый, и еще раз что-то забрал. И тут есть XM8 какие-то, да, все навсегда, 7 штук у него есть, XM8 навсегда. 4 штуки есть, 7.60, тут тоже оружие джекпота, вот этот лутбокс, уродки или событие какая-то была, не помню я. Так, пополнение, 2 пополнения тоже забирал, так, ну, тоже топовые. Все тут топовое у него вообще. Так, смотрим. ПП заходим, ПП, UMP, тут тоже все... Есть, ну, практически. Так, смотрим тоже. Ого, топ. 8 штук навсегда. У него есть MP5, XM, VSS, да. VSS-ка тоже есть, да, вот. Так, 4 оружия навсегда, VSS. Так, самый топовый MP40, пацаны, самый топовый инкубатор. Как называется вот этот? Кобра, да, вот MP40, Кобра тот, который... Вчера вроде как вышел, или позавчера, не помню. Так, тоже есть синий какой-то, механический есть навсегда. Клоун есть навсегда, это тоже есть на время. Так, северный тоже есть. Ну, он самый топовый. Инкубатор опять, инкубатор. Очень топовый инкубатор на P90 тоже выходило. И у него есть второй, ё-моё, да сколько ты берёшь его? Так, фантом тоже есть у него. Есть вот это за пополнение, Томпсон за оружений и Виктор. Он хочет его выбить, что ли? Он 52 дня, ема. Так, дробовики. Опять инкубатор, 3 штуки есть. Ема, молодец. Самый топовый у него вообще оружие есть. Ну и спаса пока что не добавляли. Легендарный. Так, 4 двухстолки есть, пацаны. 4 двухстолки, которые есть в Free Fire. Мак. Так, пока что АВМ. Тут тоже интересно, картош интересен, и тут давайте зайдем, степной орел есть навсегда, и так, вот это тоже есть, лечишь пушка, ну, все есть, да, сколько штук, 10 штук, сковородки, да, 10 штук вообще, 8 штук паранг, 8 штук бита, да, и 5 катан есть. Катаны тоже топы. Вот это тоже недавно добавляли кобра, да. Огненным он играет. Так. А, все. Так, один кулак есть. Ванпачмена. Так. Смотрим. Стена. Стена, пацаны. Стена. 15 штук стены есть. 15, понимаете? Это вообще жесть. Так, 22 граната. Гранаты вообще не интересные. Так. Смотрим. М79 тоже есть легендарный один. Все, я думаю, показал все оружие, да? Давайте мы пойдем сейчас троллить игроков. Сейчас, пацан, надену-ка Адама. Ну, уже прими. Так, давайте оружие возьму в руки. Знаете, что возьму? Давайте еще громче сделаю, чтобы услышать их реакцию. Так, давайте в руки возьмем калаш. Ну, просто так, чтобы... Смотрите. Так. Вот сюда заходим, смотри. Его реакцию слушаем, давайте. Сейчас. Вот так, помахаем ему. Помахаем, пацаны, помахаем. Привет. Ну, микрофон включать, ё-моё, микрофон включать. Хочу вас послушать. Ну, у него нет микрофона, что ли? Ладно, давайте сейчас найдем человека, который есть микрофон. Нет, в игре он. Давай, микрофон включи. Ну, микрофон включайте, ё-моё. Хотел... О, всё, вот.
А группа распущена, пацаны. Вся. Сейчас давайте вот так зайдем куда-то. У кого есть микрофон. Сейчас найдем человека, который у кого есть микрофон. Хорошо. Так, смотрим. Давай. Нет, никто не... Нет никого. Сейчас, давайте я вернусь, когда найду человека и сниму его. Хорошо. Его реакцию посмотрим, точнее. Давайте сейчас я сам создам, пацаны, сам. Хорошо? Так, вот так сделаю, вот так вот, гильдия. Нет, все. Ждем, пацаны, ждем. Сейчас будет топово просто. Опа, заходит один человек. Давайте, давай. Ну, давай, свой микрофон включай. Микрофон свой. На, ё-моё. Давайте вторую эмоцию покажем, что он будет делать. Да ё-моё, у тебя чё за... Эй, включи свой микрофон, хотел бы твою реакцию послушать. Давай, давай. А чё он там, он пишет? Донишь в игру. А-а-а, понял. Здоров. Так, всё. Так, создал, да, понимаете, да, какая у него реакция была? Ты чуть донишь в игру. Ну там, думаю, некоторые поймут, что за что он написал. Так. Так, вот так сделаю. А, давайте вот эту позову. И с ним буду стоять сейчас. Давай, ангел, зайди. Да, во. Красавчики. Так, вот так буду. Давайте сейчас смотрим, пацаны, кто зайдет. Ангел с киштанами, тут человек будет стоять, а я буду здесь стоять. И будет топово. Сейчас реакцию их будем слушать, пацаны. У него есть... Давайте сейчас я ему скажу. Сейчас, давайте я вернусь сейчас, подождите минуту, я ему скажу. Пацаны, он не хочет там, у него дела есть, у него оказывается. Ну ладно, давайте сейчас сам буду троллить их. Ну, пока что ни у кого нет эмоций, давайте... Кажется, на этом буду заканчивать, пацаны. О, смотри, сейчас вот здесь один человек уже создал. Давайте, ай, ё-моё. Я не успел зайти к нему. Давайте вот эти к нему. Слышишь? Опа, пацаны. Привет. Ха? Ты как относишься к Армении? Хотя бы напиши в чат. Да ё-моё, нажимайся. Да у него реакции нету, пацаны. У него... А ты... Какой наш? У него нету реакции вообще, ну ладно. Ну, к Армении я отношусь нормально, а чё? Армянцы есть армянцы, мы есть мы. Как обычно. Так, чё тут у нас? Ну, никто не хочет создавать. Ну ладно, огромное всем спасибо, кто был на видосе, пацаны. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. И я постарался посмотреть реакцию игроков на эмоцию. Ну ладно, в следующий раз попробую сделать отдельное видео про эту тему. Ну ладно, давайте. Спасибо за просмотр и всем пока, дорогие друзья.